красиво. И лишь ребятня, для которой счастье не в созерцании, а в действии, скачет между тугих струй. Поскакать, похохотать и, конечно же, намокнуть. А потом можно и с дяденьками с камерой и микрофоном пообщаться, раз уж есть что рассказать. Я пришел здесь с мамой. Моя сестра сидит дома, мне 6 лет. Я танцую уже давно здесь. Это зона отдыха. Я всегда здесь танцую. Мне нравится. Я хочу попасть в танцевальную лихорадку. Я учусь в спортивной школе вон там. Занимаюсь настольным теннисом. Я хожу еще в садик. Мне 6 лет, очень много. Мне будет 10 лет через минуту. Моей сестре 15 лет. А фонтаны красивые, они могут танцевать под музыку. Я, конечно, люблю фонтаны. Но у нас обе такие же фонтаны, только без с такими закрывалками. Я танцую вырок. Что танцуешь? Вырок. Рок танцуешь? Вырок. Вырок. А что это такое? Можешь показать? По телевизору показывали такой фильм. Там были братья Джонас. Вы показываете их по телевизору, я смотрю канал Дисней, карусель тоже. Моя мама уже здесь.